Еще до начала шествия ребята из разных школ, лицеев, гимназий и колледжей уже перезнакомились друг с другом. Сегодня они не просто выпускники, но и первопроходцы новой традиции. Так как это у нас в Самаре в первый раз проходит, и вдобавок мой лицей проходит в числе первых, и я думаю, мы все будем очень гордиться этим. Некое волнение, и на самом деле слезы наворачиваются на глазах, потому что расстаемся со школы, очень грустно. Сами ребята признаются, что такого не ожидали. Вдоль праздничного пути их встречали творческие коллективы, театрализованные представления и тематические станции. Самара музыкальная, Самара космическая, Самара молодежная. Больше 3000 выпускников в одной колонии. Сегодня Самарская набережная особенно молодая и прекрасная. И для них это шествие, пожалуй, самый главный шаг в жизни. Из класса школьного во взрослую жизнь. От Молодогвардейской до набережной и далее вдоль Волги до Некрасовского спуска. Теперь это многих славный путь. Традиция общегородского шествия станет ежегодной, а выпускники 2017 – первые, кто прошел вот так, все вместе, в одной колонне. Я не думал, что будет столько людей, которые нас поздравляли с разными флагами, с разными, значит, плакатами. Очень все красиво, очень много шаров, ярких людей. Вот, с хорошим настроением. На площади танцевальный флешмоб времени ждет и возможность сделать селфи с первыми лицами города. Именно глава Самары Олег Фурсов поддержал инициативу активистов школьного парламента провести такое шествие. Очень хотелось бы, чтобы вы все поступали и учились в наших учебных заведениях. Тем более, что в нашем городе, в нашей области очень много сделано для того, чтобы каждый из вас мог получить прекрасное образование. Благодаря усилиям губернатора Николая Ивановича Меркушкина в области выстроена хорошая, стройная система подготовки специалистов. Хочу вам пожелать удачно сдать экзамены и выбрать именно тот путь, благодаря которому вы станете талантливыми учеными, замечательными инженерами, прекрасными архитекторами и просто замечательными людьми. С праздником вас! Успехов вам на жизненном пути! Вы, выпускники сегодняшние, 2017, очень нужны Самаре. Самара вас ждет, Самара вас любит. И Самара вам желает огромных успехов. С праздником! И уже по окончании торжественных мероприятий к работе приступили информационно-развлекательные площадки города выпускников. И с тем же названием в соцсети ВКонтакте создана группа, в которой можно высказывать свое мнение о первом общегородском шествии выпускников. Олег Зверев, Константин Головин. События.